В общем, ребяточки, если вы хотите такого контента почаще, чтобы я покупал дорогущие наклейки, клеил их на дешевые скины и просто вам отдавал, чтобы вы потом этот скин продали за X100, например, его цены, то обязательно, ребята, пожалуйста, 50 тысяч лайков. Ну, это, блин, просто тыкнуть на лайк и все. Всем привет, у микрофона снова Веля, ребятушки. Короче, что я такой посидел, подумал. Хочу снова потратить дофига бабок. Ну, от меня подгонщик, ребята. От меня подгонщик за ваш кучу лайков, за ваш кучу комментариев, кучу подписок. С колокольчиком подгонщик, как говорится. Что, ребятушки, смотрите, 39к на балансе. Собственно, я захожу на рынок, и вот что мне пришло в голову. А что если я куплю 2 голдскула, налеплю на какой-нибудь самый дешевый скин и просто отдам его вам? Почему на самый дешевый? Потому что у вас будет 100% шансов этот скин себе забрать. То есть, что мы делаем? Мы покупаем 2 голдскула, клеим на самый дешевый скин. Какой у нас самый дешевый скин-то в этой игре? Ё-мо. Самый дешевый скин это Торн. Да, на самый дешевый скин клею, все. Я отдаю вам. По-моему, это офигенная идея. Это нужно кучу лайков ставить с колокольчиками, с подписками, с комментариями. Поэтому давайте, ребятушки, я в вас верю. Давайте так, короче, если вы наставите, ну, 50 тысяч лайков, давайте 50 тысяч лайков наставите, я открою еще 30 Хэллоуин чармов, выбью себе аркану, наконец-то, потому что, блин, чулка, вот еще, где мои арканы? Все, ребятушки, приступаем, приятный просмотр. Ну а перед началом хочу, чтобы вы просто офигели, ребята, на сайте GG Standoff вышло просто вот какое-то безумнейшее обновление. Они самые первые выкатили обновление 0.14.0 на сайте. Ребята, огромные скидки в честь обновления. Это кейсы, обновленные с новым дропом. Безумно дешевый, капец как... Как их еще не разорили? 34 рублей! Перчаточный кейс даже есть, боже мой! Также для всех тех людей, которые такие, типа, о, Веля, я не могу зайти на... Я не могу авторизоваться, потому что у меня нету ВКонтакте. Ребята, смотрим. Теперь авторизоваться можно через ВК, через Steam и через почту Gmail. Ребята, залетаем, боже мой, скидки просто безумные. Напомню про... бесплатный барабан бонусов. Ну, почему бонусов? Я бы назвал барабан с халявищей, потому что вы просто представьте, здесь можно получить бесплатные скины, здесь можно получить скидки на кейсы. 10 тысяч рублей на баланс можно получить. Как вы видите, этот барабан бонусов я кручу каждый день и вам советую каждый гребаный день крутить этот просто великолепный барабан бонусов. Но по моему промокоду вы можете покрутить 2 раза, и все это бесплатно. Промокод называется XVELA. XVELA, вписываем, окей. Окей, и все, крутим еще раз. Давай посмотрим, что мне сейчас выпадет. Как я обожаю промокоды, боже мой, это лучшее, что могло придумать. Да нет! Забей, боже! Да забей! Как вы еще не разорились, боже! Просто такую халяву давать, я в шоке, я в шоке! Let's go! Пойду выбивать перчатки, боже мой, давайте возьму на косарик 500 открыть! Полетели, ребята! Обожаю этот сайт, просто обожаю, обожаю. И что мне в итоге выпадает? Что мне выпадает? Выпадок на 1500, я открыл кейсы. В итоге на 1700, ребята. Я говорю, лучший сайт, мать его, лучший. Всем советую. Сколько этот сайт уже работает, никогда не подводит. А если вы думаете, что на этом все, вы ошибаетесь, потому что есть безумно офигенная вкладка бонус, ребята. Ежедневный бонус, разовый бонус, розыгрыш, раздача бонуса, понимаете? Все это бесплатно! Бесплатно! Также, по моему промокоду, также XVELA, вы получаете 35% к депозиту. Юзайте! Скидки безумные! Перчатки на изи! Ссылочка и промокоды в описании. Всем советую. Итак, залетаем на рынок. А сразу цену фильтруем по самым дорогим. Вижу Gold School. Ё-моё! Первый покупаем. Бам! Полетел первый. У Люсика взял. Люсик, спасибо большое за по дешевке, по 10 тысяч. Нифига. Это Gold School за 10 тысяч. Это вообще копейки какие-то. Алло. Второй Gold School покупаю. Бэм, полетели. Спасибо большое Зео за то, что мне как бы подкинул офигенный. Ну, чуваки, ну Gold School дешевый. Алло. Я видел Gold School раньше стоили по 30, типа, тысяч голды. 10 тысяч это копейки. Алло. Все. У меня есть 2 Gold School. Ребятушки, 2 Gold School. Значит, мы сейчас покупаем какой-нибудь
самый дешевый, ну вот этот дешманский, самый дешевый Торн, чё, господи, купить один, все, погнали, купили. И теперь, наверное, у вас сейчас сердечко остановится, ребятушки, садитесь, садитесь, не стойте, упадете. Да, я буду самые дорогие наклейки клеить на самый дешевый скин. Это, по-моему, гениально, чуваки, по-моему, я гений в этой игре, по-моему, я гений в этой игре, самая гениальная мысль, которая могла прийти, это, что, типа, а почему бы мне на этот скин не наклеить Gold School, например, куда бы его наклеить, ребята, ха-ха, давайте сюда наклеим, первая баба полетела, ха-ха-ха, я сумасшедший, ну все, Вель, ты скатился, понимаешь, ты сумасшедший, ты конченый, Вель, все, Вель, а куда дальше, Вель, ты будешь криты, да, я буду криты, братик, конечно, вливать в эту игру, и сюда Gold School, бэм, отлично, самое время, ребяточки, сейчас сделать пост в группе во ВКонтакте, чтобы вы выставляли запрос за 003 вот на этот скинчик. Ребята, погнали в группу во ВКонтакте. Так, а вот и пост, ребятушки. Все, 5 секунд назад опубликовал в группе, ребятушки, ссылочка в описании, конечно же, подписываемся, ребятушки. Так, все, через 2 минуты отдаю этот скин за 003. Все, смотрим, значит, на реакцию людей. Я просто представляю, сейчас будет комментарий. Веля, ты что, конченый? Я скажу, да, я конченый, да. Так, короче, ребята, экстренное включение. Вы что, весь рынок скупаете, алло? Вы что, весь рынок скупаете? Вы просто сейчас весь рынок скупаете МП7 Торн. Серьезно? Офигеть, вы там запросов наставили. Сейчас сломаем рынок, тупо. Опять сломаем рынок, я вам базарю. Опять сломаем рынок. Но вы просто посмотрите. Вы просто посмотрите, как улетают эти скины, боже мой. Пишут, говорят, смотри, врешь. Значит, я вру. Я обманываю? Серьезно? Алло, дядя. Ага, обман, фейк. Вы что, серьезно? Алло, ребятушки, так, ну что? Веля обманщик? Вот это очень, вот все. Сердце болит. Ну я же, ребята, на ролик это делаю, ё-моё. Я вчера раздавал промокоды на Dragon Glass. Тоже, говорят, обманщик. Хотя все показал. Почему меня считают обманщиком, ребята? Алло, все, ну это грусть. Я для вас контент делаю, вы меня обманщиком называете, ё-моё. Так вот, ролик увидите сейчас, ролик, который вот этот вот записан. Потом, всё в комментариях извиняйтесь. Все в комментариях, вот там комментарии пишите. Веля, извини, я написал, что ты, типа, лох-обманщик, все. Ты не лох-обманщик, оказывается. Все. Год, они, наверное, уже 1000 скинов купили, куда? Ребятушки, ну что, давайте узнаем. Давайте узнаем, кто сейчас получит этот великолепный скин. Ну, не великолепный, а этот говняный скин с двумя великолепными наклейками. Я нажимаю «Создать». Пиу. И улетает мой Торн с двумя голдскулами. Улетает. Ну, давай, летай, алло, я хочу продать его. Алло, все, заберите кто-нибудь, пожалуйста. Ну, заберите МП7 Торн с двумя голдскулами, ё-моё. Мы рынок уронили, конечно, ну конечно. Да, привет, Эксельболт. Я не хотел, честное слово, блин. Не баньте аккаунт, пожалуйста. Ну, я вот так, подписчикам своим любимым. Да, не бейте, пожалуйста, я не хотел. Это же ролик, это же классно, весело, да. Я еще игру повалил, да, я игру повалил. Спасибо, все понял. До свидания. Да, ГГВП. ГГВП, я уронил рынок. Опять я уронил рынок. Опять я сломал игру. Что я могу сказать, ребята? Вы просто у меня пушечные. Да я вас люблю, забейте. Вы просто у меня пушечные. Мы вместе с вами можем ломать рынки. Камон. Мы с вами такие вообще мощные пацики. У нас такое мощное комьюнити, что мы просто взяли, вот так и сломали рынок. Ну, блин, я буду ждать, пока, как бы, я продам этот скин. Потому что, что, надо, как бы, надо прям запечатлить это на ролике. Потому что, как бы, меня назовут: ой, Веля, ты обманщик, ты мошенник. Ой, Веля, ты промокоды не раздал. Ой, Веля, ты не раздал. Ты чё, это что, байт, блин, на продаж? Даже мне вот это любимое, конечно. Обожаю, когда меня тут... Мне приплетают все смертные грехи. Обожаю, конечно. Так, ну ждем предложение, тогда ждем. Давайте, ребятушки, ждем. Извиняюсь. Да!
Девайс, поздравляю, ты взял Торн с двумя наклейками. Девайс, красавчик, поздравляю. Так, мужики, мужики, все, стоямба, стоямба, мужики, стоямба. Так, история, история, вот, видите историю. Так, все, короче. Но, ребята, вот и пруф, что этот скин с двумя голдскулами получил именно мой подписчик. То есть вы не думаете, что там, типа, ой, Виля там трейдерам раздал, конечно, трейдерам. Нет, именно мой подписчик. Вот все пруфы. Сейчас за скриншотчу, выпущу в группу, а то пацаны сейчас просто возьмут опять рынок уронят. Минуточку. Напишу, что пруфы в ролике. Пруфы в сегодняшнем ролике. Вот. Все! Японский бог! Нормально! Все, вот, вот. Чекните комментарии сейчас, вот чекните. Опять же меня сейчас будут поливать говном, что я обманщик, там мошенник. В общем, ребяточки, если вы хотите такого контента почаще, чтобы я покупал дорогущие наклейки, клеил их на дешевые скины и просто вам отдавал, чтобы вы потом этот скин продали за X100, например, его цены, то обязательно, ребята, пожалуйста, 50 тысяч лайков. Ну это, блин, просто тыкнуть на лайк и все. И подпишитесь на канал с колокольчиком. Люблю вас, ребятушки. Спасибо, что у меня такие активные. Просто обожаю. Мы опять сломали рынок. Поздравляю. А у микрофона был Веля. Спасибо большое за просмотр, за твой лайк. Царский лайк, за твою подписку с колокольчиком, офигительную и очень классный комментарий. Всем удачи и пока, ребята!